have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. У нас тут Диско Элизиум и французский друг позднего соседа. Блин, почему это прозвучало как сын маминой подруги? Ну ладно, да. Давайте продолжим с ним разговор. Еще раз рассказать о друге. Ну-ка. Мы тут еще пару вещей у него не спрашивали. Нужно бы сейчас уточнить, потому что он нам четко дал понять, что если мы сейчас уйдем, его здесь уже второй раз не будет. Лучше поговорить. Как вы подружились? А, как вообще люди становятся друзьями? На Астравалийской изоле бывает не сладко. Нефтяные платформы, пылающие в ночи гражданские войны, растянувшиеся на года. Наконец, международное сообщество было вынуждено вмешаться. О чем вы говорите? Причем здесь дружба? Un contraire. Миллионы людей таким образом оказались там, где оказались и повстречались с теми, с кем повстречались. Я сам попал сюда именно так, и мой друг тоже. Вы не сказали мне, кто он такой? Кто он, простите? Мужчина бросает быстрый взгляд на часы. Ваш друг, курильщик с балкона. Как вы... мы как раз о нем говорили. Но я уже говорил вам, офицер, это талантливый молодой человек, который стремится получить образование. Образование – фундамент нашего будущего, особенно в области искусства, краеугольный камень нашей цивилизации. Хорошо, как его зовут на самом деле? Вы должны понимать, офицер, я не могу дать вам его личные данные. У вас наверняка есть свои методы и базы данных, правда ведь? Не ставьте меня в неловкое положение. Значит, вы можете сказать мне только то, что он здесь изучает искусство? Он глубоко погрузился в изучение изящных искусств, да. Угу. Вот, все-таки десяточек очечков. Будто мало ты еще тому парню завидовал, концептуализм такой. Каких искусств? Ну, это поистине свободная душа. Ему нравятся все искусства. Может быть, графический дизайн, печатная графика, кто знает. Для талантливых юношей вроде него открыт целый мир. Что вы делаете в этой квартире? Ну, как бы, я думаю, что мы догадываемся, что он делает в этой квартире. Если что. Просто любуюсь видом, улыбается мужчина, кивком указывая на окно. Каким видом на улице темно? Разве вежливо со стороны вашего друга вот так оставлять вас в одиночестве? Мы старые друзья, у нас нет таких условностей. Он приходит и уходит, когда вздумается. Уверен, вы его тут встретите. Очень активный юноша. Я хотел поговорить о другом. Что о Мартинезе мы уже говорили. Сменим тему, о друге вы говорили. Ну, получается, теперь все. Мы совсем буквально чуточку не договорили в прошлый раз, ну, 3 минуты. Ладно, конечно, рад был помочь завершить. Больше мы с этим перцем, наверное, уже не увидимся. Меня вот что интересует. Я так и не посмотрел очки навыков. Честно, я собирался, но я просто вылетело мне из головы, я забыл. Психика, риторика. Риторика это у нас вот это. Риторика у нас, кстати, неплохо развита. Энциклопедия у нас очень хорошо развита, логика. Но меня интересует эмпатия, наверное. Бонус от мысли, минус один. Спасибо. Авторитет. Психика основа. То есть, я, по идее, психику я качать не могу. Или могу? Физиология. Эти параметры, это у нас неизменные параметры, так я понимаю? То есть интеллект, и у нас тут плюс 5 от интеллекта. Здесь плюс 5 от интеллекта, 1 от коронной навыки, 1 бонус от предметов. Ясно. Вот эти вот вещи, моторика, физиология, психика, интеллект, они у нас неизменные, они просто дают общий бонус к вот этим вот направлениям. А вот эти направления мне нужно уже самому прокачивать. Поэтому у нас концептуализация хорошо задействована, визуальный анализ хорошо работает. Драма.
Посмотрите на это. Хорошо, при этом у нас полицейская волна не так хорошо развита. Психика снова плюс один. Почему у нас эмпатия? А, эмпатия у нас эти дают минус один. По идее, тут все должно быть плюс один, плюс что-то. Окей, я понял. Физиология, трепет. А откуда у нас столько физиологии? Бонус от мыслей три. А, поэтому у нас так часто срабатывает трепет. Шла какая там серия, блин, я даже не знаю, какая эта серия будет, я только начал в этом разбираться нормально. Эквилибристика, это, кстати, у нас координация. Бонус от мысли, минус один, моторика, основа. 4, целься, огонь. Значит, смотрите, вот этого нам явно не хватает. Стойкости нам, кстати, тоже не хватает. У нас ее... Держите удар, не дай себя прикончить. Я думаю, может быть, один стойкость закинуть. Сила воли. А, это, а вот эти вот штучки, это у нас максимальная прокачка, что ли? Сколько мы можем сюда вкинуть? То есть, погоди, если я закину один в стойкость. Еще один я закинуть не могу. Все, тут я правильно все понял. Значит... Вот эти вот ромбики, это сколько я могу сюда влить. Еще. Понял. Так, да, один стойкость я оставлю. В координацию можем закинуть очень много. В эквилибристику просто чудовищно много мы можем закинуть. Бонус от предметов минус 2. Надо будет посмотреть, что нам так убирает эквилибристику. Так-то у нас ее плюс 4 должно быть, а получается только плюс 2. Меня другое интересует. Меня интересует авторитет и полицейская волна. Внушение. Внушение тоже очень хорошая тема. У нас один от психики, один от мыслей. Очаровывайте мужчин и женщин, вы их кукловод. Ну, блин, если я сюда закину... Эмпатия. Внутренняя империя. Внутреннюю империю я не хочу пока что трогать. Грубая сила. Знаете, можно в болевой порог еще. Разве это боль? Подумайте что-нибудь пожечь. Давайте я еще в болевой порог вкину. Одну. И давайте... Во что? Во что? Во что? Во что? Наверное, в грубую силу. Ну, но нам оно иногда нужно. С другой стороны, может быть, в авторитет. Надо прокачивать те вещи, которые у нас плохо развиты, потому что у нас очень низкие проценты по... Или по внушению. Очаровывайте мужчин и женщин, вы их кукловод. А это подавляйте и властвуйте, заявите о себе. Эмпатия, сочувствие другим, это понятно. Сила воли. Держите себя в руках, сохраняйте боевой дух. Это мы, кстати, на один уже прокачивали, да? Да, было такое. Так, энциклопедия. Давайте я, наверное, еще один в авторитет закину. И сделаем так вот. Да, у меня стало на одну хп-шку больше. Это я так и рассчитывал. Ну, получается... Получается. Стойкость это у нас была... Угу. Погодите, это была стойкость или болевой порог? Что нам дало хп-шку? Стойкость или болевой порог? Наверное... Наверное, все-таки болевой порог, потому что хп-шку я себе ни разу не прокачивал, а прокачивал силу воли, это мне... все, я думаю, что так. Ну, хорошо, если я ошибся, пишите в комментах, я с удовольствием исправлюсь. Теперь. Аревуар. Не совсем молодой человек, ну, такое. Ключ. Давайте мы сейчас посмотрим... Тут у нас будка Рене, да? А это что за дверь у нас была? И там у нас что-то за теплицей. Где-то что-то за теплицей. Так, если мы что-то не можем открыть... Вот это нужно было сразу сделать. Так, хорошо. Дверь сразу за теплицей.
Тут я больше никуда пройтись не могу. Минуточку, давайте. У меня, да, у меня обзор сужен из-за того, что... из-за того, что ночь, грубо говоря. У нас 22. Есть еще часик-полтора походить. Чему я несказанно рад. Ключ у нас от... взаимодействия. Нет, погодите, предметы. К... А где у нас? Нет, это же не одежда. Открытка дельта. Винтовка, фотография. Это все, конечно, круто. Погодите. Давайте в квестах посмотрим. Извините, отлично, на следующий день найдите орудие убийства. Проведите дополнительный анализ, подключив координацию. О, это возможно. Смотрите. Так, а, это помыться, это я обязательно. Ключ у вас, дверь находится во дворе, за теплицей. Это дверь на цокольном этаже. Во дворе, за теплицей. Ну-ка, валим отсюда. Я, по-моему, ну, как бы, я знаю, где теплица, но сейчас посмотрим, как туда пройти. Возможно, я что-то крупное упускаю. Сейчас посмотрим. На цокольном этаже. Так, теплица. Вот это что ли дверь? Дверь на цокольном этаже. Да, это она. Мы прямо к ней вышли. Хорошо. Кажется, это здесь. Дверь на цокольном этаже изрядно пострадала от непогоды. Модные... А, медные гвозди, на которых держится обивка, позеленели от морского воздуха. На двери имеется молоточек в виде львиной головы. Уйти. Сохраниться. Во что нам нужно. Так. Ну, постучать. Да, постучать. Ты тихонько стучишь в дверь, обивка приглушает стук. Из квартиры никто не отвечает. Прислонить ухо. Дверь блестит от дождя, шагов внутри не слышно. На самом деле во дворе подозрительно тихо. Птиц не слышно. Открыть. Ты стараешься действовать как можно тише. Приходится немного подергать ручку, чтобы язычок замка сдвинулся с места. Наконец дверь еле слышным щелчком открывается, и мысли копошатся в твоей голове. Мы можем найти какую-нибудь важную информацию. Не факт, но возможно. Ты придерживаешь дверь открытой и чувствуешь движение воздуха, свист сквозняка. Я, конечно, зайду туда, ты чё? Ты прямо неугомонный сыщик, все тебе нужно исследовать. Никак не можешь пройти мимо запертой двери или потайного прохода? Как полицейский, я обязан изучить каждый квадратный сантиметр этого мира. Ну-ка. Джамерская охота, новая мысль. Молодчина, все секреты этого мира существуют только для тебя. Терпеливо ждут, пока ты их раскроешь. С точки зрения игры, это так. Джамрокская охота. Пока что минус одна полицейская волна. Я думаю, современная расовая теория, риторика. Я думаю, что... Так. А почему я не могу это забыть? Мне нужно очко навыков, чтобы забыть. Серьезно? Вот теперь я понял главный дебаф. То есть... Окей. Я не знал, что это так. Теперь понимаю. Скажите Эврару, да. Эврар обойдется пока что. Поехали. Получится ли мне его потом обмануть? Ну-ка, комната пахнет дезинфицирующим средством, химический запах. Коллекция кружек в колониальном стиле. Погодите, коллекция кружек. У нас есть кружка из мусорки. Ну-ка, на полке стоит несколько кружек. На каждой из них изображен человек темнокожая. Женщина ухмыляется в окружении таинственных символов. Широкоплечий мужчина копает картошку. Постучать. Тихий звон, картинки на кружках, хоть и кажутся веселыми, все равно вызывают у тебя какое-то смутное чувство беспокойства.
В том, как нарисованы эти фигурки, есть что-то презрительное. Что же меня беспокоит? То, что кружка с китайцем из мусорки, она явно отсюда. Похоже, художник решил показать культурное многообразие, а сам из-под тишка просто посмеялся над этими людьми. Изворотливый, циничный, та-та-та. Он художник, он так видит, нельзя сказать, что художник правда изображает людей неправда. Кажется, мне не нравится хозяин этой квартиры. По-моему, да. Да, и он не обязан тебе нравиться, хотя кое-чему ты у него мог бы поучиться. Достать кружку с желтым человеком, да! Да, эта разбитая кружка здесь бы вписывалась. Ты же тоже чувство юмора, те же насмешливые линии. Хозяин этой коллекции мог выбросить свой мусор в бак танцев. Я думаю, что так и произошло. Интересная зацепка. Посмотрим, куда она нас приведет. Зацепки обладают волшебным свойством приводить к другим зацепкам по мере развития событий. Неужели это тот же, кто выбросил одежду убитого в бак? Кто знает, возможно. Но вообще, эта одежда в мусорном баке не похожа на улику, способную к чему-то привести. Хотя и отметать ее тоже не стоит. Когда тут закончишь, можно спросить у Рары, чья это квартира. Оставить кружки в покое. Да, это было важно. Наконец-то мы нашли, куда эту кружку... тот, кто здесь живет, явно увлекается блондинистыми героями фэнтези с накачанным чем-то там мускулом. Я не успел дочитать. А... Спасибо, надпись просто исчезла. Солнце на флаге красное, почти ощущается тепло. Энциклопедия. Это флаг сюзеренного государства Ривашоль. Спасибо. Так, что не так с этим солнцем? Это не просто солнце, это большое солнце, вокруг которого танцуют маленькие солнышки. Это называется чудом семи солнц. Что такое чудо семи солнц? Атмосферно-оптическая иллюзия, которую видели в первые поселенцы. Они проявляются в холодную... Она проявляется в холодную погоду, когда большого солнца становится видно шесть маленьких. Именно это сложное явление дало... сложное явление Галы изображено на флаге старого Ривашоля. Поклониться. Вославь солнце! Поклониться флагу. Пофиг. Зато я получил очки. Флаг с молочным достоинством... С молчаливым достоинством принимает твое уважительное приветствие. Ну, как бы пофиг, я вылечусь, если что. Как это не вославить солнце-то? Вы что? Так, тут у нас... Ну, логика плюс один. Это я заберу. Это я, наверное, даже одену. Оно же без дебафа. Логика плюс один, а тут у нас драма плюс один. Я с удовольствием поменяю логику на драму. Вы чё? Белая рубашка. Кстати, очень похожа на нашу, только у нас там внушение минус один. А это... Что мне дает так? Полицейская волна. Энциклопедия. А, у нас штаны дают минус эквилибристику, и ботинки дают минус эквилибристику, черт. А эти ботинки у нас к способности косвенного налогообложения, а наша обувь к самообладанию. Ладно, если нам нужно будет что-то физическое делать, лучше эти ботинки снять, хотя к тому времени, скорее всего, я об этом забуду. Тут вот это что? Это я заберу, спасибо. Небольшой чемоданчик, набитый одеждой. Кто-то приехал в гости? Ну, я, по идее, забрал рубашку, узнал про банки. Ладно, валим. Пойду ли я к Эврару сейчас? Не знаю, но так, мне нужно еще раз во двор попасть сюда. Так, кстати, Куна. Гадость ты мелкая, давно мы с тобой не общались. Подобраться ко мне пытаешься. Похоже, ей не нравится, когда у нее кто-то стоит за спиной. Логическая ошибка, она сейчас не спит. Мусор пришел со мной разделаться, ее голос станет почти не слышен. Замочить меня хочешь? А ты сейчас спишь? Ты чё самый умный, что ты, мусор? Думаешь, что мне всех шипит она? Ясно, понятно. Несмотря на то, что это именно Куна употребляет наркотики, почему-то Куна более неадекватный персонаж здесь. Абсолютнейше.
Так, ладно. Могу ли я еще зайти в магазин? Нет, магазины после 22 закрываются. Окей, я вас понял. До свидания. Я хочу сюда во двор. И что меня интересует, так это... Сейчас, ребят, минуточку. А, какое музло поперло. Вот это вот меня интересует. Высокие шансы. Да! Потому что под этими панелями изначально спрятана секретная дверь, поэтому они уложены так аккуратно. Сдвинуть панели. Наконец-то я эту штуку открыл. Блин, сколько серий я пытался это сделать, у меня все никак не получалось. Супер! Вот она, ветхая дверца. Супер! Как я рад, что мы сюда добрались наконец-то. Блин, прямо аж это отлегло сейчас. Ну-ка. Ёпарес, это... Тоттенкопф. Засушенная голова свиньи выглядит мумифицированной. Серебряная тарелка с остатками жевательного порошка. Электрохимия. Остановись мгновение. Это амфетамины. Чудесные амфетамины. А это случайно не наркомастерская? Ну-ка. Слизнуть. Не слизывать. Не слизывать. Все равно там слишком мало. Сплошной самообман. Сейчас я буду амфетамины слизывать. Ага. Пустая упаковка... От магнитной добавки, та-та-та-та-та. Магниевая добавка, которую втирают в грудь. Организм насыщается магнием, жизнь прекрасна. То есть тоже очередной... Спасибо! Я не увидел, что... Или тебе конец. Та-та-та-та-та, или тебе конец. Спасибо, вот такие вот вещи иногда случаются, очень жаль. Так, 40 этих копеек. Вообще замечательно. Тут что-то еще вроде есть? Нету. Ну-ка, F5. Куда это ведет? Пусть это будет то, что я думаю, пожалуйста. Очень нужно. По-моему, это то, что я думаю. Да. Теперь я могу полазить. Нет. Теперь сюда, чувак. Эти развалины поддерживают лишь ремонтные подпорки. Этот проем скоро обвалится. Не надо мне угрожать, пожалуйста. Ведерко. В ведерке у нас открытка Гран Курон 37-го года. Обязательно... Ой, это мы тоже подберем. И почти что цельный у нас тут валяется. Так, вот, это то, что я думал. Назафет. Здоровье плюс один. Лечилочка. Круто. Мы сейчас на территории порта, между прочим. Я заберу. Что здесь делают деньги, я просто не буду спрашивать. А денег тут много. Хорошо, F5. Меня вполне устраивает то, что мы здесь нашли. Я как раз думал, как нам сюда забраться, но... Теперь меня интересует еще кое-что. Как нам забраться сюда? То есть у нас тут просто... Ну, грубо говоря, бонус. Я думал, что это будет проход куда-то. Как я могу сюда пройти? Это же явно из станции в тряпье, да? Туда я пройти никак не могу. А нужно. А нужно. Так, ладно. Валим отсюда. Я не уверен, что я хочу идти к Эклеру сейчас. Во-первых, поздно, во-вторых, ну, блин, подождет до завтра. Хорошо. В общем-то, все понятно. А, и у нас еще есть Маньяна, кстати, который переводится как завтра. Вот, мне интересно, это же танцы в тряпье. Я думал, что...
там какой-то тайный выход, но это никакой не тайный выход, там просто тупо крыша. Погодите. Так, во-первых, предметы у нас. Вот гранета, та-та-та. Давайте быренько просто по улице прошвырнемся, посмотрим, что у нас тут и как. Завтра у нас уже будет возможность... Опа, а это что-то интересное. Завтра у нас уже будет возможность перейти канал между ног. У изображенной топлес девушки написано «Лорен де ла диско». Это к чему это сейчас было? Хорошо. Пойдем сюда. Мы даже немножечко денежкой разжились. Если мы завтра захотим переночевать в тряпье, я думаю, мы сможем это сделать. Тут у нас... Ну-ка. Ты ничего нового не хочешь? Я хочу кое-что продать. Ага, отлично. До свидания. То есть я могу у него тут продавать всякие вещи и с этого немножечко тоже зарабатывать. Замечательнейше. Просто офигительно. Я этому несказанно рад. Так. Блин, мы с вами подходим к концу второго дня. Это очень большой шаг. Стоп, я здесь с пакетом ходил или не ходил? Инструменты, пакетик в руки, пожалуйста. Потому что если тут будет еще пару бутылочек, я вот совсем не буду против. Так, большинство людей уходят спать. Большинство, но не все. Торговец ушел спать. Ломбард открыт. В 2 часа спать пойдут абсолютно все. Давайте посмотрим на пустынный город. В прошлый раз нас позвал Ким. Он сказал, что, чувак, нам бы уже пора вообще-то. Но в этот раз мы можем походить без него. Это не в обиду ему будет сказано, просто походить без него. Но в чем прикол? Ну-ка, открыть дверь. Да, закрыть дверь, мы тут уже все делали. У нас, наверное, не будет ночных размышлений каких-то, как в прошлый раз. А я бы хотел, чтобы они были. Так, а там у нас... Заглянуть в окно не надо. Интересно, сейчас такой час порт будет закрыт или нет? Маньяна ушел, стачники разошлись. Будет ли открыт порт? Ну, в смысле, порт-то будет открыт, понятно. Смогу ли я до Эклера сейчас подойти? Хотя без Кима. Хотел бы говорить с Эклером без Кима. Ну-ка. Похоже, кто-то привык отдыхать здесь, слушая радио. Этой заметки мы не слышали в прошлый раз. Нет, к Эклеру я сегодня не пойду. Не хочу. Просто не хочу. Пойдем сейчас попробуем найти, как идет выход в танцы в тряпье на крышу, потому что ну, он там явно есть. Просто завтра мы сюда подойдем, тут будет Маньяна, нам нужно с Маньяной поговорить. Тут будет много чего, мне это много чего нужно. Ну-ка, фрит ТТТ. У нас открыто? Открыто ТТ. Так, там у нас... ну-ка, ты нам больше ничего не скажешь? Да, до свидания. Блин, у нас почти что 30 монет. При том, что мы за 4 купили плащ утром. Довольно неплохо. И то, что я еще ничего не продавал, я могу что-то продать. Хорошо, танцы в тряпье, это все, конечно, круто. Пойдемте внутрь. Я думаю, что эти профсоюзники тоже уже свалили отсюда. Вряд ли они тут останутся. Нет, профсоюзники до сих пор здесь. Уроды. Так, хорошо. У нас есть также дверь, которая не поддается. Может, она выход на крышу? Нет, вряд ли. На крыше стоит кто-то курит. Там балкон, там все открыто. Так, ладно. Ты, дружище, об оплате постоя на сегодня. На сегодня все уже готово, ваша дверь разблокирована. До свидания, дорогой друг. Тебе мне нечего сказать? Oh, hello, dear. There you are again.
Так, мне уже пора. Почему-то я не мог прокрутить этот диалог. Хорошо, пойдем наверх. Мне крайне интересно, как попасть на крышу. Я почему-то не вижу туда никакого прохода. То ли я слепошара какой-то, то ли, блин, я не знаю, как это работает. Тут нету прохода дальше. А мне он нужен. Я думал, что на крышу попадает как-то с другой стороны, но, блин, нет. Видите, мне нужно сюда. Это же проход должен быть из этого здания. Я только что был в соседнем полуразрушенном здании, и там не было никакого прохода. Или... Очень жаль, я бы хотел туда попасть, это интересно. Так, это у нас номер Кима, да? Дверь номер 3. Тут нет никакой лестницы дальше наверх, понимаете, в чем прикол? О, сохранение прошло. Я не нажимал его, кстати. Это дверь. Так, дверь лучше закрыть, наверное. Пойду-ка я, наверное, искупаюсь. Ну, это не самая чистая ванна в мире, но сейчас почище тебя. Ах, милая пена, пахнет жизнью, по крайней мере, по сравнению с тобой. Набрать себе ванну. Конечно, набрать. Ванна медленно наполняется, вода манит. Раздеться, закрыть глаза, занырнуть. Вода чуть теплая, но в ней все равно уютно, как в околоплодной жидкости. У твоих боков, как очень печальные уточки, покачивается пара пивных банок. Выкинуть. Конечно, выкинуть. Теперь ты в ванне наедине со своими мыслями. Но это проще, чем быть с ними наедине вне ванны. Логично. Это даже не то, чтобы мысли, скорее разрозненные ощущения, недостаточно острые, чтобы сфокусироваться хоть на одном. Еще представить что-нибудь. Ты видишь труп и все еще слышишь трупный запах. Чтобы его вывести, понадобится не одна ванна. И еще. Дома на узкой улочке. Еще дома на узкой улочке. Прокат видеокассет. Тьму за изгибом горизонта. Еще посидеть. О, хорошо. Вода постепенно остывает, твои пальцы бледнеют, а кожа на них морщится. Пойдем. Когда ты встаешь... О, получено очко, круто. Когда ты встаешь, вода отступает. Холодно, одежда липнет к мокрой коже. Завершить беседу. Супер. Я могу прокачать что-то, а могу забыть какую-то мысль. Так я понимаю. Давайте попробуем. Я хотел бы расовую теорию, наверное, забыть. Блин, тачку навыков заберет твою за ногу. Та-та-та-та-та-та-та. Риторика. Лимит улучшений повышается до 5. Наверное, я вот это... Аджамеркская охота. Болевой порог повышается на один кислород в крови, какая скука. Кстати, а не дало ли это мне тоже одну хпшку, нет? Или... Скорость реакции и внушение. Ладно, с этим надо будет разобраться. Я не буду сейчас сгоряча что-то убирать, раз это стоит очка навыков, поэтому, наверное, нет. Мы, наверное, куда мы пойдем? Мы пойдем в... Закинем авторитета, наверное, да? Попробуем вот так вот сделать. Принять. Хотел бы я все-таки пойти как-то в убеждение или что-то такое. Хорошо, по квестам. Квесты не открываются на букву Q. Это хорошо. Найдите орудие, пройдите дополнительный анализ, подключив координацию. Это пули, что ли, провести координацию, взаимодействовать.
Высокие шансы. Неудача, спасибо. Пулю убрать. Взаимодействие. Это нужно немножко подождать, видимо, да. Ну, у меня не получается с координацией. Так, 22.37. Я сейчас по-быстренькому. Просто, чтобы убедиться. Я не понимаю, как мне попасть наверх этого здания, на третий этаж. Я сейчас попробую еще раз сходить в подворотню. Я понимаю, что у нас на кухне еще дверь запертая. Но я пока не знаю, что с ней делать, и ни у кого от нее нет ключа. Что очень грустно. Я не люблю, когда двери остаются запертыми. Так. Не можете открыть контейнер? Не можем, блин. Я хочу сюда, черт побери. Вот тут какая-то дверь. Как мне в нее попасть? То есть, ну это же не через здесь. Давайте я еще раз схожу наверх. Я рассчитывал, что я смогу туда попасть через эту крышу. Но нет. На ней. То ли я чего-то упускаю и явно в упор не вижу, то ли я не знаю, что происходит. Потому что, ну блин. Тут у нас подъем по руинам. Вот этот проход еле держится. Видите, я не могу сюда пройти. То есть я могу максимум дойти до сюда. И все. Тут есть какая-то дверь и еще какой-то проход. Но как туда попасть, я без понятия, к сожалению. А мне туда явно надо. Там стоит девушка, курит. Мне с ней надо бы поговорить. И вообще, это какое-то новое интересное место. Я не понимаю, как построены танцы в трепье, потому что там подъем на второй этаж, и дальнейшего подъема просто нету. Есть просто выход на балкон. Блин, печально. Ладно, хорошо. Я думаю, тогда мы пойдем спать. Уж что приснится, то приснится. Давайте без трупаков. Утром вернется Ким. С Кимом мы сможем пойти к Эклеру. Мы сможем также обсудить некоторые вещи. Черт. Не могу попасть. Минуточку, а по крышам я никак не смогу нигде пройти. Это глупость, конечно. Это не та игра, где по крышам. Хотя, знаете, глупость, она такая... А, кстати. Планшет. Карта Мартинеза. Это круто. Книга. Короткое описание. Информатализма. Так, это погодите. Написанная от руки записка. Взаимодействовать. Мы это уже делали. Кружку взаимодействовали. А где... Погодите, а куда делся мой планшет? У нас есть пустая катушка. Нам бы музыку, кстати, записать. Вахтовая карточка. Одежка. Журнал неудачи ненависти. Взаимодействовать. Снова просмотреть материалы дел. Ознакомиться с материалами дела. Открыть тайник. Так, давайте вот так вот. Это все. Этот блокнот. Да-да-да-да-да. Так, я изучил. Материалы дел. О, мурал нового мира. Если следовать разработанной тобой системе, чтобы собрать одно дело по кусочкам, уйдет где-то полчаса. Какое предпочитаешь? Мурал нового мира. Это дело восстановить довольно просто. В ночь на 12-2 на стене квартирного дома на уровне 8 этажа со стороны центрального джамрака появилось граффити «Нет мурал». Здание представляло собой малонаселенную заброшенную башню, часть закрытого строительного проекта под названием «Гранд Курон». Причина закрытия — слишком высокая арендная плата. Угу. Мурал просто огромный. На нем изображено две фигуры, мужская и женская. Пара целуется. Внутри силуэта красуется надпись.
Настоящая любовь возможна, но только в новом мире и для новых людей. Для нас она слишком поздно. Уничтожим средний класс. Люди называют мурал это фигня или это... Его можно увидеть с расстояния в несколько миль. По прошествии 2 дней участок просто затопило потоком требований убрать этот бред. Дело поручили тебе и твоему напарнику. Вычислить граффитистов довольно просто. Только Беллетр могли позволить себе такие объемы промышленной краски. Ходят слухи, что один из них богат. Группа взяла на себя ответственность только за исполнение, но не дизайн. Идеальный вдохновитель... идейный вдохновитель так называемого мурала нового мира неизвестен. Погоди-ка, я нашел кого-то... того, кто за этим стоит? В материалах дела ничего не говорится об авторе мурала. Продолжить. Беллетр согласились чистить стену, но твой напарник ЖВ против этого и ссылается на то, что общественность выступает за сохранение своего достояния. Это приводит к активным дебатам сначала в пределах 41-го участка, а затем на улицах Джебрака, которая заканчивается своеобразным плебисцитом, организованным тобой жителями линии 3. В голосовании приняли участие 9000 человек, весь Александр Центральный Джемрак и Вилла Лобос, плюс половина населения муниципальных земель. Несмотря на то, что дело началось с общественного возмущения и рассуждения о том, насколько мурал незрел и глуп, между двумя вариантами оставить мурал, я с ним согласен. Абсолютно большинство, как это ни удивительно, проголосовало за то, чтобы оставить его. Оказалось, что в оппозиции было только громкое меньшинство, и что любовь действительно возможна в новом мире для новых людей, а для нас слишком поздно. Осталось только уничтожить средний класс. Средний класс ничем не виноват, это просто человеческая природа. Мне нравится, но разве мы не можем вместе это уничтожить, другие народы? Я, наверное, голосовал. И, возможно, агитировал голосовать за то, чтобы убрать, потому что я ни капельки не верю. Давайте вот это. О, прикольно. Еще и реал. И еще и очки. Неплохо. Незакрываемое дело. Давайте по одному делу потихоньку рассматривать, чтобы не слишком зачитываться. Пока что все. А и давайте еще тайничок. Убейся нафиг. Взять билеты, взять открытку. Легко, беззвучно, пластик называется. Так, тайник открыт, внутри лежат две отрывных билета. Ага. Убейся нафиг, закрыть отделение. Хорошо, брать журнал. Пойдемте, будем по одному потихонечку читать, чтобы не сильно перегружать геймплей. Тут и так очень много текста, это не в минус. Просто, чтобы не превращать серию в одно чтиво. Нашли тайное место, это уже круто. Все, наверное. Черт, я же даже не могу никого спросить, как туда попасть наверх. О, эти уроды ушли. Ха. Буквально за 10 минут. Я приходил, они только что были здесь, и все, они свалили. Верхний балкон, терраса. Как же мне на нее попасть-то? Это очень странно, то, как оно все здесь выглядит. Ну хорошо. Ну что ж. А, ну это стекло, да, которое уйти. Пойдем спать. Второй день закончен, и я скажу, что он прошел очень удачно, очень успешно. Я доволен. Постель все еще холодная от ветра, задувающего разбитое окно, скрипят наружные пружины матраса, ты закрываешь глаза и изо всех сил пытаешься заснуть. Стекло, кстати, ну да, никто так и не починил. Все как всегда, подраночек, набегают волны, волокут тебя прочь, а ты не уволакиваешься, нет, ты обязан быть здесь, бесконечно цепляясь за полусознание. Ты сопротивляешься, братишка, почему? Все из-за твоего омерзительного тела, даже во сне тебе противно его собой заполнить, твое брюхо и бока
неприятно чувствительны. Ты хотел бы сжаться в безопасный комок в позу эмбриона, но не можешь из-за боли. А ее с лихвой. Она вечно стучит у тебя внутри, будто у каждого органа своя поганая песня. Боль в правом боку – это, кстати, вздувшаяся печень. Что до почек, в последнее время ты лишь приумножаешь ущерб. Но у этих мук должен быть какой-то смысл, какой-то сюжет. Может, ты даже сам этот сюжет запишешь? Я пожинаю, что посеял, я перенесу боль с достоинством. Я думал, у меня билет на скорый поезд в тишину. Я художник, токсины моя, кисть моя, а печень холст. Кажется, мне нужна медицинская помощь. Я тоже так думаю. О, да, они тебя осмотрят, пропишут какие-нибудь пилюли, все исправят. Чудотворцы. Не дури, Гарри, не бывать этому. В больнице не делают новых почек и печени. Остается тебе только молиться Богу, чтобы оно прошло, пока ты пялишься в мечущуюся темноту. Ну, так-то, ребят... Мы слишком долго уничтожали свой организм, но лучше начать сейчас его беречь, чем продолжать это делать. Ты застрял здесь, в этом полумирье, а мог бы присмотреться к другим людям, по-настоящему присмотреться, но ведь не станешь, верно? Тогда просто выпустите меня туда, в другой мир. Присмотрюсь. Я все время присмотрюсь к людям, они мне нравятся. Все люди предатели. Выпустите? Ох, малютка мой, ты уже в другом мире, не видать тебе сегодня утоления. Завтра, может, стоит, типа, ну, знаешь, нажраться наркоты перед сном, поможет же. Может, если бы ты это дело раскрыл, то остался бы усталым и довольным, с головоломкой в руках собранный. Это чем же ты занимаешься? Что это за осознанные рассуждения? Смотри, всюду огоньки вспыхивают и исчезают. Мысли. Ты просто делаешь вид, что спишь. Даже себя обманываешь, а мир продолжает жить без тебя. И пусть. Только вот, он-то тебя не отпускает, верно? Вставай. Время утереть блестящий от пота лоб, собраться с мыслями и начинать новый танец. Открываем глаза. Ночки у нас проходят, конечно, жутковатенько. Черт. Мне его жаль. Мне его очень жаль. Просыпайся, дружище. Ты жив? Просыпайся. 7:30. Что-то мы мало... Ну, не мало поспали, на самом деле нормально. Фух. Нет, знаете что? Хватит. На сегодняшний день хватит. На этом мы серию будем заканчивать. Начинается третий день. Новые дела, новые возможности. Я уверен, мы сможем из этого выбраться. Пока что, наверное, все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.